В День Конституции России в одном из колледжей Айхала провели настоящий урок патриотизма. Студентам рассказали о Конституции, вспомнили ее историю. Вместе с собравшимися в учебной аудитории основные права и обязанности гражданина России вспомнила и Оксана Мезенцева. Урок патриотизма студенты колледжа подготовили вместе с куратором, слушатели – сокурсники. Ребятам рассказали о Конституции Российской Федерации и ее истории. В игровой форме студенты вспомнили права и обязанности гражданина России. Блиц-турнир закрепил полученные знания. Нас должны воспитать патриотов нашей страны. Мы обязаны знать историю нашей страны. Допустим, по сегодняшнему дню мы узнали, когда была выпущена первая Конституция. Это мы обязаны знать. Звучали на уроке патриотические стихи и песни. Подобное занятие на тему «Я гражданин России» в колледже не редкость. К этому уроку студенты выучили гимн России. Исполняли вместе с педагогами. Не остались в стороне и волонтеры организации «Юности Якутии». Вместе с активистами молодежного совета они провели необычную акцию. Ранним утром на главной площади был выложен триколор из ледяных шаров. Многим айхальцам ледяной флаг напомнил о всероссийском празднике. Оксана Мезенцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».